Джаландхари. Джаландхари – человек, держащий сеть. Был брахманом из города Тходдха. Однажды он почувствовал неодолимое отвращение к жизни в миру и отправился на кладбище. Там, сидя на пне, он вкушал блаженство осознавания. Однажды в небе возникла Дакиня и сказала: «О, сын хорошей семьи, твой ум и есть истинная природа». Обрадованный брахман удвоил усилия. Дакиня мудрости появилась перед ним в своей истинной форме, дала ему посвящение Хиваджры и наставление по стадии завершения. «Сведи все вещи трех миров, живые и неживые, в три энергетических канала, и потом приведи все в центральный канал». Когда различные мысли и воспоминания выйдут через отверстие брахмы на макушке головы, медитируй в центральном канале на неразделимость пустоты и возникновения. Собери без остатка все вещи, внешние и внутренние. Осознай их как три – тело, речь и ум. Сведи все из боковых каналов в центральный и оттуда в отверстие брахмы. Благодаря природе чистой йоги возникнет пустота и высшая радость. Осознай в своей медитации полное объединение радости и пустоты. Получив таким образом введение в стадию завершения, брахман медитировал 7 лет и обрел сиддхи Махамудры. Он описывал свои медитации и неутомимо работал на благо живых существ. Вместе с 3 сотнями последователей он ушел в ясный свет.